Эти бронированные машины могли плавать, не замечали глубоких рвов и широких траншей, уверенно передвигались по заснеженной тундре и песчаным барханам. Они доставляли пехоту к полю боя и воевали вместе с ней. Советские бронетранспортеры второго поколения в фильме «Оружие». К началу 50-х годов советская армия уже имела на вооружении бронетранспортеры отечественного производства. Двухосный БТР-40 и трехосный БТР-152. Эти машины быстро завоевали популярность в сухопутных войсках. Они были простыми по конструкции, надежными и неприхотливыми в эксплуатации. При их создании конструкторы отказались от сложных узлов и хитроумных технических решений. Поэтому советские бронетранспортеры первого послевоенного поколения производились в больших количествах и стали массовой техникой вооруженных сил. Встретив слабого, не успевшего окопаться противника, мотострелки на БТРах могли сразу же атаковать врага. Открытый верх позволял вести эффективный огонь сходу. При атаках на сильную оборону БТРы доставляли пехоту к безопасному рубежу спешно. Отсюда солдаты наступали за танками в пешем порядке. Бронетранспортеры также могли применяться как шасси для различного вооружения. Например, БТР-152 буксировал легкие артиллерийские системы и тяжелые минометы. Однако у колесных БТРов был один серьезный недостаток – невысокая проходимость. Они хорошо двигались по твердому грунту, но самостоятельно преодолеть такие препятствия, как окопы или траншеи, не могли. Для этого требовалась помощь саперов и пехотинцев. Плавать БТР-40 и БТР-152 также не умели. Любая речушка становилась для них непреодолимым препятствием. Мотострелкам приходилось ждать, пока инженерные части не наведут переправу. Это серьезно тормозило развитие наступления. Ведь к тому времени советские бронетанковые войска уже имели на вооружении плавающие танки ПТ-76. Военному руководству стало ясно, мотострелковые подразделения нуждаются в новых машинах. БТРы второго поколения должны обладать гораздо более высокой проходимостью и уметь плавать без дополнительной подготовки. Только в этом случае пехота в полной мере будет выполнять свои боевые задачи. Бронетранспортер решили делать на базе уже имеющейся плавающей гусеничной машины – танка ПТ-76. Он был разработан в Челябинске инженерным коллективом Жозефа Котина и состоял на вооружении советской армии с 1951 года. Челябинцы создали новый бронетранспортер за очень короткий срок – 12 месяцев. Ведущим конструктором проекта был Николай Шашмурин. Шашмурин Николай Федорович, выдающийся разработчик бронетехники. Годы жизни 1910-1996. С 1937 года в течение 50 лет работал на Кировском заводе. Автор десятков конструкций советских танков. БТР сохранил компоновку плавающего танка. В передней части бронетранспортера было отделение управления. Здесь располагались водитель и командир машины. Двигатель занимал заднюю часть машины. Посреди корпуса находилось десантное отделение, открытое сверху. Движение на плаву обеспечивали два водометных движителя. Первый советский серийный гусеничный бронетранспортер БТР-50П был принят на вооружение в 1954 году. Его производство было организовано на Сталинградском тракторном заводе. БТР-50П – плавающий бронетранспортер. Боевая масса 14,2 тонны. Длина 7 метров, ширина 3 метра. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 45 км в час, на плаву до 10 км в час. Запас хода 260 км. Вооружение. Станковый пулемет Горюнова калибра 7,62 мм. Боевой расчет 2 члена экипажа и 20 десантников. Машина была оборудована специальным погрузочным устройством с лебедкой. На крыше имелись откидные аппарели для погрузки артиллерийских систем или автомобиля типа ГАЗ-69 или других грузов массой до 2 тонн.
Из пушки можно было вести огонь и при движении на суше, и на плаву. Позднее, в 1957 году, появилась модификация, которая имела закрытое боевое отделение с крышей и фильтровентиляционной установкой. Эта машина называлась БТР-50ПК. Серийное производство БТР-50 велось с 1952 по 1975 годы. Всего было выпущено около 6500 машин нескольких модификаций. Бронетранспортер БТР-50 обладал высокой проходимостью и грузоподъемностью, мог без подготовки форсировать водные преграды. Но при всех его плюсах он не был пригоден для боя. Мотострелки, которые передвигались на БТР-50, не могли стрелять сходу, им необходимо было спешиваться. К тому же БТР был слишком большим и дорогим для массовой бронемашины. Поэтому военные решили вернуться к многоколесному бронетранспортеру, более простому и дешевому, чем гусеничный вариант. Конструкторское бюро Горьковского автомобильного завода приступило к работе над новой машиной в 1956 году. Руководил проектированием Владимир Дедков. Дедков Владимир Алексеевич – талантливый разработчик автобронетехники. С 1938 года – начальник особого конструкторского бюро. С 1965 года – главный конструктор серийных автомобилей Горьковского автомобильного завода. Принимал участие в создании легких танков, бронеавтомобилей, бронетранспортеров, автомашин специального назначения. Главным условием, которое ставили заказчики из Министерства обороны, было умение плавать. Создателям сухопутной техники пришлось в срочном порядке осваивать корабельное дело. Первоначально предполагалось создать плавающую модификацию БТР-40, но в итоге получилась бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ. Она умела плавать и преодолевать окопы с помощью 4 опускающихся колес. Испытания БРДМ подтвердили. Новый бронетранспортер-амфибия должен иметь 8-колесную схему, противопульную броню и систему централизованной подкачки шин. Для движения на плаву нужно применять водомет. Вскоре разработчики столкнулись с новой проблемой. В Советском Союзе на тот момент не было двигателя необходимой мощности. Тогда Владимир Дедков предложил поставить на БТР сразу 2 мотора и 2 трансмиссии. Осенью 1959 года бронетранспортер со сдвоенной силовой установкой был представлен заказчикам из Министерства обороны. Военные сразу же одобрили проект, ведь при наличии 2 двигателей живучесть машины повышалась вдвое. Новый бронетранспортер Горьковского автозавода был принят на вооружение Советской армии в ноябре 1959 года. Он получил название БТР-60. БТР-60 – средний бронетранспортер. Боевая масса – 9,9 тонны, длина – 7,5 метра, ширина – 2,8 метра. Двигатель – спаренный карбюраторный мощностью 180 лошадиных сил. Скорость по шоссе – до 80 км в час, на плаву – до 10 км в час. Запас хода – 500 км. Вооружение – станковый пулемет Горюнова калибра 7,62 мм. Боевой расчет – 2 члена экипажа и 14 десантников. Водные преграды БТР преодолевал с помощью водометного движителя. Посадка и спешивание десанта производились через бортовые люки. Данная машина выполнена уже по колесной формуле 8×8, то есть все 8 колес были ведущими. Значит, это улучшило проходимость бронетранспортера и особенно повысило его такое свойство, как окопоходность. Он стал смочь преодолевать окопы шириной до 2 метров без подготовки. Было увеличено количество изначально мотострелков до 14 человек. Экипаж составлял 2 человека. Изначально бронетранспортер выполнялся в открытом варианте. Боевые возможности БТР-60 оказались очень высокими. Он свободно передвигался по бездорожью, на большой скорости взбирался на брустверы, пересекал рвы 2-метровой ширины.
Шины большого профиля имели центральную систему регулирования давления воздуха. Широкая колея позволяла двигаться за танками. Плавностью хода бронетранспортер БТР-60 не уступал легковым машинам. За это он сразу же получил прозвище «Солдатская Волга». БТР-60П производился с 1960 по 1963 годы. Он стал первым в серии колесных четырехосных бронетранспортеров, развитие производства которых продолжается до сих пор. Значит, следующей моделью или модификацией был бронетранспортер БТР-60ПБ, плавающий башенный. Здесь соответствующая доработка усилена вооружения. Установлена вращающая башня на 360 градусов. Соответственно, усилено вооружение. Установлен крупнокалиберный пулемет и спаренный с ним пулемет 7,62, что, соответственно, повысило огневую мощь данного бронетранспортера. За счет установки, башенной установки, пришлось уменьшить количество десантников до 8 человек. БТР-60 получил признание в войсках благодаря своей надежности и неприхотливости. Машина была проста и дешева в ремонте, а управлять ею мог водитель любой квалификации. Всего было выпущено около 10 тысяч БТР-60. Они и сегодня находятся на вооружении армии десятков стран мира. Мобильный, вместительный, хорошо вооруженный, очень простой и дешевый, с хорошими плавающими свойствами и проходимостью, БТР-60 выполнял все функции бронетранспортера. Но опыт его боевого применения показал, армия нуждается в более совершенных машинах.